Синоптики прозвали эту неделю штормовой. Все без исключения будни специалисты окрасили в оранжевое. Дождь, ветер от 8 до 14 с плюсом. Май перепутал себя с октябрем. На субботу обещают похожий сценарий. В Европе о себе напомнил вулкан Этна. Он выбросил столб пепла высотой почти 5 километров. Одно из наиболее активных геологических образований Старого Света регулярно извергается и становится причиной землетрясений. В Греции установилась рекордная за полвека жара. Зной вынуждает жителей отправляться на пляжи. Песчаные зоны отдыха открыли досрочно. Сидеть дома, когда за окном плюс 40, стало просто невозможно. Со следующей недели в Беларусь вернется тепло. Метеорологи обещают, что в некоторых областях будет до 30 градусов тепла. Пришло время подыскивать для себя летние образы. Тем не менее, завтра очередное штормовое предупреждение. Погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. И несмотря на небольшое потепление, не обойдется без сюрпризов. В Бобруйске будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В городе разгуляется северный порывистый ветер. Ночью столбик термометра не поднимется выше 4-6. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов. Кристина Риянс, Максим Галионко, Бобруйск 360.